Сегодня я досмотрю отель «Навруз», который находится недалеко от станции метро «Бадамзар». Давно хотел посмотреть, как он выглядит, посмотреть, что там внутри. Ну, в общем, увидим. 20 квадратов. Вот во всех этих стандартном ред такой, такая прелесть. Душевая кабина. Вот закрой дверь. Это у нас вот маленький такой номерочек, уютный, компактный. Три номера таких гостиниц. Так, это номер люкс. Сколько квадратов он получается? 40 квадратов. Да, здесь... Здесь эти, connected room, да? Или это соединенную комнату или что? Нет, это ванная комната. А, ванная? Да. То есть это... Здесь тоже просторнее, даже в стандартных номерах. Да, но здесь вообще, конечно, это... Небо и земля, от этого малипутки. Так, бильярдная комната достаточно... Достаточно, достаточно. Прохладно у вас здесь. Такая бильярдная комната, вон можно идти и поиграть, так что приглашаю вас поиграть после заселения в отель. Так, тренажерный зал. Так он выглядит. Чисто, уютно, прохладно. Заниматься вот сейчас. Заранее планируете? Внутренний отель. Внутренний бассейн. Открытый. Очень приятно. У нас барчик такой. Компактно, уютно. Пахнет кофе. Кофе. Так, со скольки работает? Завтраки проходят с 6.30 до 10.30. С 6 до 10.30. И на сколько человек здесь одновременно? 60. 60 человек. Так, завтрак шведский стол, да, у нас? Или континентальный? Большое спасибо за показ отеля, очень приятно, очень милый персонал, да, спасибо, будем посылать и покажем все.